Здравствуйте, близнецы! Это совет Купидона на сентябрь. Что же советуют карты? Какую линию поведения советуют или что сохранить? Шестерка Пентаклей. Быть великодушными, щедрыми, помогать, когда просят о помощи, и просить о помощи, когда она необходима вам. То есть своего рода дашь на дашь взаимодействие должно быть. Чего не делать? Все пытаться, вот для здесь немножко для семейных и для одиноких, наверное, здесь по-разному. Потому что для семейных все совсем пытаться справиться самому. Думать, что все безнадежно, что я уже там просила или просила о помощи. Вот такое чувство одиночества, тяжести. Вот от этого надо избавиться. Для одиноких, если вы одни и хотите пару, да, получается, что надо взаимодействовать с людьми. Надо заявлять миру, как говорится, что ты ищешь разными способами. А десятка жезлов – это не думать, что вот как раз это вот чувство безысходности. Ой, я уже все способы пробовала там. Нет, это вообще уже нет других способов. Всегда есть какие-то другие способы, так что такого ощущения безысходности не надо. И чему научиться? Королева кубков. Королева кубков – это, конечно же, быть более мягким, более заботливым. Это и мужчин, и женщин касается. Более чувствительным к окружающим, скажем так, да, показывать эту мягкость, потому что знаком воздуха, то есть близнецам, весам, водолеям, бывает очень сложно это сделать. Как-то в силу просто своей природы мы люди более резкие. Это не значит, что мы не любим, мы не чувствуем, мы не жалеем. Нет, конечно же. Но все это так на уровне логики происходит. А королева кубков – это такая мягкая, заботливая, ну, не знаю, сама такая, вот мягкая женщина. Женщина, которая вызывает в мужчинах рыцарские чувства. И вообще, даже если вы мужчина, близнец, тоже мягкость какая-то, забота, которую мы показываем именно, да, мы ее выражаем. Не просто мы внутри это чувствуем, а снаружи мы четко, как говорится, говорим, кому что сделать и так далее. То есть вот надо вот эту вот этой мягкости учиться в сентябре. И никогда не уходить в глухую такую, что все это безнадежно. Так что я вам желаю любви и счастья, дорогие близнецы, не только в сентябре. Так что удачи и пока!